Всем привет, друг себе купил машину Mitsubishi Lancer. И мы сейчас поедем до Николаевска, прокатимся на этой машине, посмотрим, как она едет. Может, в поселке Николаевском я на ней прокачусь. Ну, в принципе, на автомате ничего сложного нету кататься. Друзья, мы выехали наконец из этих гаражей. Да. Вообще ужас здесь выехать, чтобы на машине, это вообще это очень трудно. Да. Так, здесь, да? Ну, вот сейчас, друзья, едем. Этот чайзер. Что скажешь? Скажи, чайзер купили. Да какой чайзер? Я же сказал уже вначале, что это Lancer. Че? Кстати, я когда помню, вроде бы, ну, на остановке стоял, мне один подписчик мой подвозил меня. Ну, бра вообще был, у меня до Galaxy подвез почти на такой же машине. А это что, не бра? Да не, она такая же и была у него, походу. Тоже Lancer, походу. Как ты свои ощущения скажи от езды? Мы сейчас разгоняемся, это вообще беспредельная скорость. Не, ну серьезно же? Да нормально, что, мягко едет, нормально машина. Вот, друзья, едем, мчим, пока едем. Показывай дорогу, я не знаю, потом... Гонцов пока не видим. Ты вон туда... Сейчас там налево-направо, ты говори. Ты что, через центр хочешь? Находимся на такой природе, здесь такая природа красивая, лес, природа. Брал погода сегодня жаркая, теплая. Сейчас мы едем в поселок Николаевский поснимать видео немного. Вдруг себе машину куплю. Сейчас я вам покажу природу. Вот такая здесь природа, лес хвойный. Вдруг себе машину купил. Смотрите, какой красивый. Сейчас мы возле леса остановились просто. В туалет сходить и природу посмотреть. Так здесь природа такая красивая. It's all about humanity.
It's all about humanity. Друзья уже к другу приехали, он сейчас дрова будет пилить. Ему надо дрова распилить. Сейчас посмотрим, как он дрова будет пилить. Уже по деревне успели покататься, чай попить успели. Ну, такое видео сегодня будет. Просто такое, можно сказать, как мы съездили в деревню. Там деревню, может, посмотрите. Мы пока ехали на машине, все это снимал. Просто как бы деревню показать вам. Обычная деревня, как деревня. Сейчас посмотрим, как он будет дрова колоть. Вот у него здесь такая собака сидит, Валерий. Такая хорошая. Миха зовут его. Красивая собака такая, дружелюбная. Не кусается. Зачем ее Валерий посадили, я не знаю. Надо спросить. Вон, друзья, у друга курицы сидят. Петух орет. Петух там очень красивый. В сравнении с моим, это вообще этот получше. Ну, там не видно будет. Они там сидят. Вон там чуть-чуть видно. Петух с курицами. Курицы большие, толстые. Вот друг бабушки воды, получается, набирает. Домашнюю работу делают. Воды, дрова, получается, напилил. Под вечером печку топить. Вот так и живем, друзья. Печку топим, воды таскаем. Дрова рубим, колем, да? Вот такие дела. Домик в деревне. Не рубим, колем, а рубит, блядь. И рубим, и колем, рубит, и пилим, и все на свете. Рубит. Ты-то не рубил, сродых, никогда. Мы вообще все делаем, мы рубим, и колем там. Да, не обойдется, сломаешь? Нет.